Сегодня регбисты Красного Яра необычным образом отпраздновали свою победу в чемпионате страны. Они отправились на прогулку на речном теплоходе. На набережной они еще раз продемонстрировали завоеванный кубок. Красный Яр! Красный Яр! Красный Яр! Напомню, Красный Яр завоевал золото чемпионата страны по регби по итогам двух финальных матчей с нашей же командой «Енисей СТМ». В зарубежных клубах есть традиция, когда чемпионы ездят с кубками по улицам своего родного города и приветствуют болельщиков. А вот левобережные регбисты решили пройти по Енисею. Это еще одна возможность сплотить команду и осознать важность и ценность победы. Кульминация, вот она в нем. Ради него мы бились, ради него мы играли весь сезон, ради него столько времени и сил потратили, эмоций за этот год.